Зенсет прекрасен, да? В любое время ты можешь упасть у него из главного меню. Ладно, хватит об этом. Пора защищать твой дом. Предупреждаю тебя. Ты возненавидишь следующий уровень. Почему? Потому что там бесконечные зомби на тарзанках. Я ненавижу этих тарзанщиков. Я ненавижу их. Очень сильно. Очень-очень. О-ля-ля. А вот и эти идиоты. Так, ребят, извините, у нас просто фраб слетел. На. Костя, объясни. Мы как раз записывались, все было нормально. А потом внезапно резко слетел фрабс. Без всяких ошибок, без ничего, просто выключился и все. Так что, ребята, извините, пожалуйста, за этот технический сбой. Это не наша вина. Скорее фрабсиновые. Да, скорее фрабсы, потому что там часто довольно бывает этот сбой. А у тебя раз такое было? Часто очень было. Часто. Особенно в этих портативных версиях там. Так что это было. Нам. Кушаем зомби просто и все. Да, тут типа только защита и от эти, которые зомби уничтожают, питаясь ими. Живунами. Живунами, да. Живун. Бомба, защита и живун. Ага, я пока... Сейчас этого ведерочка съест. Ну да уж. Взорвался. Сейчас будет нам. Так. Этот пока кушает. Значит, надо бомбу, видимо. Ё-моё. Надо на него было. Ау! Что это было вообще? Хорошо, уничтожен этот живун. Ну что было? Отлично. Ага, нравится тебе, да? Так. Его зажрём. Так, на этого, наверное, взорвём, мне кажется. Так, это чего, не прыгают, что ли, я так понял, на крышу? Ничего. Блин, просто какая-то питание зомби просто какая-то происходит. Надо. Кормим растения зомби. Да, вот сейчас, пожалуй, пригодятся бомбы. Так, даже мне кажется... Ой, её нет! Что это такое? Чёрт! Нет, всё! Жо, нам капец. Ладно. Это видите, Тарзан как раз. Бери бомбы эти. Сейчас как раз пришло время для них. Что я говорю, надо их сжигать. Блин, лестницы еще не хватало. Надо еще одну применить, чтобы группа их взорвала. Ага, хотел перелезть, а не получится. Ах, нам прям вообще.
Я не могу просто оттащить. Ой, ё! Отлично. Примерно так вот. На. И превратились в пепел. Ой, ё! Это... типа как десант такой получается из зомби. Монета с них. Блин. Прям какая-то, я не знаю, нам, блин. Ну да. Ой-ё, блин. Только их не хватало. Сколько можно скидывать-то сна? Так, пока ж волна не закончится, они ж будут сбрасываться. Сейчас я ему открою. На! Ещё? Куда вы столько-то, блин? Придётся... А я сейчас... Так, отлично. На этот что он, в принципе, ну это он там подумаешь, скушает. Ну вот второй. Так, еще двое в пепел. Ой. Да, мочевалка тут, конечно, в полной программе. Так, а что-то они исчезают, я не понял, что-то такое происходит. А вот эти вот предметы, которые нам нужны. Они как бы сначала такие недоступные, а потом резко исчезают. Что-то такое. А, хотел съесть, вот не получится. Фиг тебе. Так вот. Ну-да. Все, нам полный нас. Ой, последняя волна. Спас! Что творится, а? Так, только бы сейчас бы была еще одна. На бомба. И мне шанса твой. Ну да, если тут, конечно, так, один перелез. Золотая монета. Возьми. Тут раз больше стоит по товарам. И серебряную возьмем. Так, а вот и бомбу куда сделала. Получай! Чеснок! Ой, ё-моё. Так, и что ж он даёт? Прогоняет зомби на другую линию. Ну то есть где есть оружие там. ТД и ТП. Угу. А что, неплохая штука. Да, она да. Ой, ё, блин. Ну что, давай возьмем ее для эксперимента. А сколько у нас денег? Кость, подожди. Надо в магазин заглянуть. 2670. А, 2000? Я просто хотел вот это купить. Не получится. Двойной подсолнух просто хотел купить. Но... увы. Так. Ну и сейчас еще вот этот уровень запишем, а потом мы сделаем следующую серию. Так. Сейчас быстренько выберем, теперь уже не будем особо так думать тут. Самых таких мощных, капуста-металку, конечно.
читалку вообще не надо, потому что она очень-очень слабая, хотя она... Так, что-то... А, зомби на катапульте. Так. Ну все, в принципе. Ты уверен? Ну посмотрим, давай посмотрим по нашим оружиям. Сейчас увидим. Ну ты глядя, сколько тут волн будет. Сейчас увидим. И так справимся. Для первого зомби зря мы ограбли. Так а зачем? Это растение прыгун может раздавить его. Вот ну так. Тебе. Ну так а зачем грабли? А сейчас я тебе продемонстрирую, что делает этот самый чеснок. Подожди. Давай сейчас посмотрим, что он. На. Сейчас я посмотрю. Посмотрим. Сейчас я поставлю, куда поставить распыльщик. Сейчас посмотрим. От запаха... Зомби ненавидят чеснок. От запаха они идут на другую сторону. Бах! Вот. Вот так примерно. Они, да, они как-то вот... Запах чуют, и чеснок, и... Так, ну теперь пришло время для капустометалки. Расставить ее теперь надо. Ничего, если капустометалку поставить, им мало не покажется. Если целый арсенал выставить. Так, следующее. А вот так тебе нравится зомби? Ой, ща он. Раз. Ща энергия. Сейчас зафига будет энергии. Это солнце. На. Ну да, а утро у нас всегда так. Так, нам надо копить, если ты хотел там эту штуку. Значит, надо будет брать монеты с них. И еще одну ставим. Свободный горшок. Да даже два. На объектах. И еще он, солнце исчезло.
Приближается большая волна зомби. А у нас еще нифига ничего нет. Нифига есть. Ну как это? Как будто металка. Ну да. Вот это ты говорил, что типа возненавидим следующий уровень. Но он просчитался. Почему? А потому что. Ух ты, потому что мы выбрали правильную тактику. А если правильную тактику выбрать, то этот уровень даже скорее будет развлекательным таким. Так. Главное не пускать его. Так что это было? Ну что, взорвался? Мозги. Да, наверное, такой мини-босс был своего рода. Это зомби на катапульте. Да, я же говорю, мини-босс такой большой. Они обычно сюда так. Ты смотри, там никто не идет, а то я растениями занимаюсь. Так, тут же видно прекрасно. Идут стандартные зомби. Так, шляпу уже потерял. На, сейчас ты самого себя потерял. Да. Он, кстати, а этот зомби на катапульте знаешь, что делает-то? Он стреляет из катапульты. Он уничтожает подсолнухи. Я же говорю, стреляет с катапульты. Для меня. Таким образом уничтожая растения. Ну, только подсолнухи так-то большой. Блин, что за жесть, а? Блин, жесть. Да-да. Так, в этот раз решили пойти вниз они. Ну это вообще слабаки, которые без шапки. И без шляпы. Сейчас развязка будет. Последняя волна. Сейчас будет... О, катапультик. Ой, ё. На катапультик, но... Ну что, ну подошёл он. Отлично. Блин, что творится, а? Ты да, уж зомби. Что они могут, в принципе? Так, один проник. Потому что, ну, вчера она, конечно, полезная, но
Так, ну что ж, будем, наверное, завершать серию. Ну давай. Ну что ж, думаю, что на этом можно закончить серию. С вами были Константин Gaming Channel и... Данис. Подписывайтесь на наши каналы, комментируйте, оценивайте и ставьте лайки. Всем приятного просмотра, всем удачи и пока-пока.